Вообще, знал бы ты, как тут геморно садится, и приходится смотреть через мониторчик. Вот да, через этот мониторчик. И через... и попутно еще на стол. Ты, конечно, давно ждал этого АСМР, я помню. Я хотела сначала его обозреть, вот этот журнал, потом не нашла его. Другой решила, а все-таки потом нашла. Так как я слепая, то есть просто поближе принесу камеру, чтобы вспомнить, какой это. Смотри-ка, октябрь 21 года. Ну да, где-то в 21 году, по-моему, последний раз мне летом или осенью, уж не помню. Тогда еще как бы каталог трансесторов или как их там, но те, которые на три каталога вперед бежали, прислала подписчица Лёля посылку его, и там что-то с посылкой, помню, какие-то проблемы были, и потому вот здесь что-то такое. Ну, в общем, оно как-то покорёжился, этот каталог. Сама я его еще не смотрела, но вот с тобой сейчас и посмотрим. Шайн или что-то в этом роде, Лёля так нападарила. И
крысы есть такая фишка, что когда не надо, они вечно высирают свои шушалки, причем совершенно не к месту. Это такая штука. Базовое покрытие для ногтей. Подарите мне кто-нибудь базовое покрытие для ногтей. Пожалуйста. Я и волнистый крем для лица облепила и дала к нянка. Ну я просто слепая, я не вижу. Вот отсюда я вижу через мой пальчик.
Это еще женский туалет умываться. У нее было из-за этого очень куча всяких прыщей. И она вместо того, чтобы просто какой-то детской косметикой попользоваться, чистым кремом, там еще что-то, она штукатурила эти прыщи, выглядела жутко. Ух ты, какая прикольная фигня. Ой, вот эта фигня мне понравилась. Еще какая-то вот эта фигня, что это такое? Это лак. А нет, это масло для губ.
Если бы не прочитала, не поняла бы.
2000 без рубля. Обалдеть. А я иногда еще думаю, когда вижу что-то на Вайлдберрис за 700, меня жаба тушит. Думаю, блин, надо было каталога его написать.
смонтирую там все, что есть, и ставлю обратно. Тогда тоже возьму вот такую камеру. Мне нравится линейка вот этих средств, ну, в смысле, вот эти Avon Cream. Случайно штатив задела, извиняюсь. Точнее, извините. Неправильно говорится, извиняюсь. Ух ты, тут сколько.
вообще у нее как-то странно. Часть лица у нее такая конкретная, морщинистая, а дальше уже типа все нормально. Хреновый отошел, ребята. Матовым эффектом.